очереди у нас пассионарная история. Все мы знаем, что путь каждого человека довольно-таки тернист, к звездам или нет, но преград достаточно много. Но если человек рвется вперед, сметая все преграды, никакие цепи не смогут его удержать. Вопрос в том, достаточно ли сильно мы хотим того, чего хотим. Что ж, время покажет. Встречаем на паркете Антон Гапонюк, Ангелина Голуб. Композиция называется «Несломленная». Антон Гапонюк, Ангелина Голуб.